Можно по лестнице. Элли. Элли. Что? Лестница. Давай. Ага. Господи. Элли. Ты куда? Элли! Элли! Смотри скорее! Что это? Глазам не верю.
Идем, скорее! Что за херня? О! Ты видишь? Не спугни. Ладно, ладно. Ты чего? Все хорошо. Иди сюда, иди. Ой, хороший. Ну, подойди. Давай. Привет. Просто офигенно. Куда он? Ладно, давай, пошли. Ну, не спеши так. Надо же. Ух ты. Красавчики. И как? Это то, чего ты ожидала? Ну, есть плюсы и минусы, но... По крайней мере, тут красиво. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и... просто забьем на эту хрень.
После того, что было, того, что я сделала, я не могу все бросить. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду, так что хватит уже. Прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это — потерять самого дорогого человека. Лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли. Thank you.
меня есть подарок. Вот. Мне Мария показала, а я потом ее утащила. Надеюсь, ты не против? Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо. В этот раз все будет иначе. Я точно знаю. Ты о чем? На этот раз цикады ждут нас. Я уверена.
твое. Звука. Знаю, идем дальше. Назад.
Мы их перебили. Вроде бы всех. Похоже на то. Нас не сломить. Как думаешь, сможешь столкнуть ящик? Hmm.
Ну где ты? Вот ты где. Тупо.
блин. Есть. Вот ужас. Как ты еще жив? Что тут было? Волшебно. Так, спокойно. Здесь совсем не страшно. Круто!
там? Выходи! Тише! Мы на пару слов. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз. И твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может, мы что-нибудь предложим за это мясо? Оружие, ткань, пули... Лекарства! Есть антибиотики? Есть. В лагере. Пойдем вместе с нами. Никуда я с вами не пойду. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Два пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. Бегом. Давай мне ружье. Конечно. Назад. Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Ну вот. Все-таки зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Слушай, я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Увидим. Пистолет? Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Стрелять умеешь? Да уж приходилось. Главное, не дать им влезть сюда. Не сожрали бы оленя. Следи за окнами. Ладно. Стреляешь ты получше меня. Помоги мне. Давай, давай! Черт! Спасибо. Держи! Тут пусто.
мчится целая орава. Да, вижу. Они внутри. Это для ментов. Тут пусто. Целая орава. Да, вижу. Один внутри. Тут пусто. Целая орава. Да, вижу. Они прорвались внутрь. Тут пусто. Целая орава. Они уже тут. Мчится целая орава. Да, вижу. Орава! Патроны для винтовки. Тут пусто. Мчится целая орава. Да, вижу. Они уже... Браво! Пусти! Thank you.
пусто. Мчится целая орава. Да, один внутри. Пусто. Сейчас мчится целая орава. Да, вижу. Справа! Пусто. Сейчас мчится целая орава. Да. Они прорвались внутрь. Пусти. Пусто. Мчится целая орава. Мчится целая орава. Да, вижу. Они внутри. Пусто. Сейчас мчится целая орава. Да, вижу. Let's go.
черту! Уходим отсюда! Идем! Сюда! Я перекрою им путь! Береги вход! Очень кстати. Никого. Со мной. Иду я. Настроение. За меня не волнуйся. Смотри под ноги. Не отставай. Детка, ты цела? Нормально. Щелкуны. Уходи!
Вот ты где! Выход так близко. Надо наверх. Ага. Нам бы ту лестницу. Вон! Давай, подсади! Готово? Угу. Держи.
Так. Держи. Осторожно. Ну. Сюда. Ну, пойдем. Надо выбираться. Мы уж поняли. Ладно, старик. Должен же быть выход. Ого. Похоже, мы не первые с ними столкнулись. Боже мой. Я искал этих ребят. Ну ладно. Бери их снарягу. Я поищу выход. Что может пригодиться. Что-нибудь видишь? Тупик. Не понимаю, кто это строил. И что нам делать? Ну что, убиваться? Есть другие варианты. Сдохнуть. Ясно. Жалких тварей. Слыхал? Они на крыше. Да, знаю. Этих тварей. Без понятия. Стреляй. Thank you.
помощь! Ты меня не возьмешь! Нет! Больше нет? Ты, кажется, разочарована. Скорее не могу поверить. Проверю мост. Слушай. Всех перебили? Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел? Надо сказать, ты неплохо стреляешь. Фу, мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно я отправил своих людей в ближний город искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь, случайностей не бывает. Успокойся, ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с убери два. Убери пушку. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Валим отсюда. Джоэл. Еды принесла немного, зато добыла вот что. Так, руку. О.
Вот так. Прости. Ничего. Уже все. Ты поправишься. Черт. Выследили. Я уведу их отсюда, а потом вернусь. Куда не вижу. Вон там, у лошади!